центре Ярославля прошел строевой смотр полицейских. Его участниками стали несколько сотен представителей разных подразделений. Традиционно на разводе полицейских руководство ставит задачи своим подчиненным, сообщает ориентировки о розыске подозреваемых лиц и похищенных автомобилях, а также приказы о поощрении сотрудников, отличившихся при раскрытии преступлений. Особое внимание уделяется внешнему виду полицейских, их выправке и опрятности. После развода прямо с Советской площади стражи порядка отправились нести службу. Налево! Оп! Шагом! Марш! На месте! Сразу набираем установленный натурал дистанцию. Стой! Направо! Оп!